вчера вынуждена просидела дома. Ливень целый день был, но сегодня вроде как распогодилось, что надо все бросать и бежать нахаживать шаги. Как же жарко на улице, вы себе не представляете. Вот как одеваться? Надо было в этот раз шорты надевать. А я спортивный костюм надела. Ну вот, до отеля Мишель осталось буквально 200 метров. Почему-то для пробежек мне нравится именно это направление. Сейчас на обратном пути обязательно спущусь к морю. Ну что, секунда релакса. Господи, какая же это красота! Всем доброе утро. У меня сегодня такой вот будет плотный завтрак. Авокадо, одно яйцо. Внизу там гречка, грибы и филе дорады. Решила перейти на двухразовое питание. Посмотрим, что из этого получится. Ну и, конечно же, кофеечек. Всем приятного аппетита. Как говорится, у природы нет плохой погоды. Да, дождик как из ведра сегодня целый день. Ну а я собралась Мигрос в Червонке, обещала гостинчик купить. И заодно на обратном пути зайду в А101 и в Бим. В Биме сейчас акции такие хорошие на мясные продукты, так что надо будет закупиться. Как раз уже у нас практически все подъедено в холодильнике. Ох, какая красота едет. Что-то у меня такое ощущение, что дождик усиливается. А я планировала на обратном пути забежать на море, посмотреть там обстановку, а потом уже в А101 и в Бим. Ну, может быть, случится чудо, и дождик немножко успокоится. Вот смотрите, как здесь воду откачивают из подвалов. Потому что на самом деле бегут ручьи. У нас бассейн в комплексе практически уже наполнен водой до краев. У меня опять ноги все мокрые. Эх, сегодня опять не пойду шаги нахаживать. Придется тренироваться дома. Воду качает. Вон, из подвала тоже. Зашла, значит, в шок, магазин. Купила, наконец-таки, желудки и куриную печень. Сейчас приду домой, покажу, сколько это все стоит. Так, в Мигросе купила, значит, креветки, кефаль и червонки. Палочки для собак, ее любимые. Палочки, кстати, дорогие, 77 лир, что ли. По акции не было, к сожалению. Ну ничего, ребенка тоже надо баловать. До моря я все равно решила дойти. Сейчас посмотрим там обстановочку. Так, ну что, волны значительно меньше стали, чем вчера были. Алани вообще не видно. Но это радует, радует. Может быть, скоро все наладится. Будем опять ходить купаться и загорать. Ну все, отчет с моря есть. Сейчас забегу в А101 и в Бим. И пойдем какой-нибудь интересный сериальчик смотреть. Кстати, посоветуйте какие-нибудь интересные детективные сериалы. Иду и думаю, моей сестренке прям огромное спасибо и низкий поклон за этот зонт. Он настолько огромный и комфортный. Идешь, вся спина сухая, но только ноги мокрые. А так очень комфортно под ним ходить. Странно даже, почему люди не гуляют в такую погоду. Классно же. Это зима, она и должна быть такой в Турции. Смотрите, какая красота. А как дышится после дождя. Это вообще что-то умопомрачительное. Вот кому лучше всех живется в Турции. И вода, и еда. И тут же домики для них. Так, ну что, давайте теперь сделаю распаковочку тех товаров, которые я купила. Продуктовую корзину. Так, взяла бедрышки, вот такие они без кости. Я в начале видео говорила, что сейчас в Биме акция на всю мясную продукцию, поэтому грех было не воспользоваться. Так, говядину и два фарша. Куриные крылышки. Очень вкусно в панировке получается. Так, макароны. Спагетти. И взяла брынзу. Обожаю брынзу. Так, все это у меня вышло. Минуту, пожалуйста. 734 лиры. Вот этот вот набор у меня. Так, поехали дальше. Зашла в
шок купила. Значит, печень куриную и желудки. Этот чек у меня вышел на 76 лир. ВАЗ-101 я купила, значит, сосиски куриные. И вот такую фасоль нам с Денисом, она нравится. Берем ее частенько. 73 лиры. Ну, а в Мигросе я взяла немножко креветок. Они были по, сейчас скажу, 189,90. Взяла 394 грамма. Но они такие нормальные. И не крупные, и не мелкие. На 74 лиры. А, я еще йогурт взяла, забыла вам сказать. Обычный. Так, и взяла кефаль на 82 лиры у меня вышло. Ну и червонки, косточки. Значит, в Мигросе у меня 237 лир. Сейчас скажу вам общую стоимость этих товаров. Общая стоимость вот этих вот всех товаров, нам этих продуктов, ну точно хватит на 2,5-3 недели. Значит, 1120 лир, примерно 3900 рублей. Все, пошла готовить.